Поехали. День детского телевидения. Это время узнать, на каких планетах красное небо и синий закат. Почему все снежинки разные и как фестиваль ТАКС прошел в нашем городе. Яркие сюжеты, интересные факты и путешествия. Весь мир от Барнаула Алтайского края до просторов космоса. В каждой программе «Дети большого толка» участвуют более 50 ребят. Это не только дети-журналисты и телеведущие, но и юные спортсмены, танцоры, участники фестивалей. Тему сюжетов дети находят сами, составляют тексты, озвучивают и работают в кадре. Мы знакомим детей с высокими образцами науки, культуры и спорта. И это ее цель. Но еще одна цель, как бы побочная, это само воспитание юных журналистов. Когда они встречаются с живыми людьми, когда они слышат то, что те рассказывают, говорят, они очень многое перенимают. Например, однажды мы снимали «Гончара», и он говорит, что он закончил высшую школу экономики. И дети ему говорят, ну почему же вы тогда стали лепить горшки? И он сказал, я всегда хотел, чтобы моя работа никому не приносила зла. И это было так трогательно, так здорово, что все захлопали. Еще одна необычная особенность программы – она наполовину мультипликационная. После съемок идет долгий процесс обработки и дорисовки, чтобы интересные факты стали более яркими и понятными зрителю. Больше 10 часов – это связано с тем, что каждое облачко, каждая ракета, она идет отдельным слоем, и это все нужно санимировать, показать, разукрасить в нужных тонах, чтобы эта картинка была более яркой и сочной. Для многих участников журналистика становится выбором профессии. Например, выпускник проекта, десятиклассник Ваня Христолюбов получил удостоверение от Лиги юных журналистов России и трудится в газете «Сами». Сегодня выйдет новый номер, и там будет его статья о телепроекте «Дети большого толка», конечно. А еще придает эмоции. И здесь только телевидение может справиться со всем их спектром. Отразить не только слова, но и интонацию, искренний смех и блеск в глазах. Юным журналистам остается пожелать только хороших новостей и интересных тем. А зрителям программы смотреть добрые, познавательные сюжеты детей большого толка. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком.